Доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с нами. Югра готовится к главному празднику года – Дню Победы. Ежегодно в этот день в округе проходят различные торжественные мероприятия. Это шествие бессмертного полка, возложение цветов, концерты, выставки, флешмобы и конкурсы. В этом числе конкурсы рисунков и чтецов «Север для Победы, каждый для дела мира». Буквально вчера завершился прием заявок. Результаты двух конкурсов будут озвучены в День Победы, 9 мая. А пока мы продолжаем знакомить вас с участниками. Баллада о матери в исполнении ученицы первой школы Ханты-Мансийска Варвары Мусатовой. Варвара Мусатова, 8 лет, город Ханты-Мансийск, первая школа, 2 Г класс. Андрей Дементьев, баллада о матери. В стихотворении отражается история о незаживших ранах давно прошедшей войны, а также крик матери, которая потеряла своего сына. Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село мальчиков без усов не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал. Кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он помчался из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кавер сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино. Все ждала, вот-вот, сейчас в окно, посреди тревожной тишины, постучится сын ее с войны.